за рулем, если вас клонит в сон, либо усталость навалилась, сделайте воздух в машине чуть-чуть попрохладнее и массируйте уши. Жмите мочки, массируйте хорошенько. Приток крови у вас уши загорят прямо. Загорятся. Будет. Массируйте, у вас сонливость пройдет. Такое упражнение хорошее. Для того, чтобы себя в норму привести. Взбодриться, сидя за водительским креслом. Зимняя дорога в субботу от Минска.